Паркет Тверского дворца творчества детей и молодежи встречал участников и гостей открытого первенства «Каздюшор номер один» по танцевальному спорту «Осенний калейдоскоп». Дети набирают очки на этом турнире. В связи с этим в дальнейшем переходят из класса в класс. Танцоры «Каздюшор номер один» состязались в умении держаться на площадке с представителями 15 клубов Твери и области. В первую очередь судьи обращают внимание на не только на внешний вид ребенка, хотя это немаловажно. Они смотрят на музыкальность, на динамику исполнения, на правильность позиции в корпусе. Потому что любой спортсмен в дальнейшем, когда он выходит уже в большую жизнь, даже если не ставился как мастер спорта там, или чемпион мира, он в любом случае заводила, он в любом случае позитивный человек, который может поднести себя в том виде, как он это привык делать на паркетной площадке. Пожалуй, самым многочисленным стало первое отделение. Здесь зарегистрировалось 166 участников. В зависимости от мастерства совсем юные спортсмены на глазах многочисленных болельщиков и строгого жюри исполняли 2 или 4 танца – ча-ча-ча, медленный вальс, самбу и квикстеп. Во втором и третьем отделениях программа заметно усложнялась. Мы будем танцевать танцы медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп, самбо, ча-ча, румба и джайв. Самый любимый танец у нас – это самбо. Да. А почему? Ну, потому что он как бы зажигательный, и там много энергии выдается. Да. Неискушенный человек легко мог бы запутаться во всех шагах, дорожках и вариациях. Однако 5-7-летние танцоры демонстрировали не только чистоту технического исполнения, но и незаурядный артистизм. Хотя для того, чтобы достичь мастерства более взрослых товарищей, юным дарованиям придется истоптать еще не одну пару туфель. Мы очень рады, что у нас танцевальный спорт развивается. И то, что мы сейчас видим на паркетной площадке, вот это 100 с лишним танцевальных дуэтов массового спорта, это наше будущее, наше завтра. Здесь наши Коновальцевы, здесь наши Цветковы, здесь наши Соловьевы, будущее. Так что мы очень рады, что у нас массовый спорт, и благодарны родителям, что они приводят детей в массовый спорт.